Вы что, совсем охерели? Что это вы робите? Играете? С кем играете? А? С кем? Копаете? Знал, копаете? Ну, копайте, копайте, щенки собачьи, недоноски смердючие. Поковались? Теперь не сковаете. Под землей найдут и достанут. А ну, вылазай! Кому говорю? А ну, вылезай! Кому говорю? Отвлекайте, привыкайте, тупо пальцем подтирайте. Из назли побегаться, я вам что? Хран голландский, был голландский, стал германский. Ладно, погнали, не слухаешь мапку? Послухаешь палку. Выпошла. Поковались тут, попрадались, свистоны, холестоны, пионеру всем примеры. Козлотой, коросовы, благоловы. Хихикаете, вам палец покажи, вы рады. Будя, прошли твои часы. Отвлекайте, привыкайте. Чего сидишь? А ну давай, арбайтан, вас развожу, мотор. Зубы не болят. Год Митунс. Нету тут ни хрена. Все. Я свое дело стал у магазине. Мне это надо. У меня есть. Алло. Алло, Берлин. Yeah.
Что ты батьку скажешь, когда он вернется? Гляни, а никого нету. Пожалей себя, сынок. Коли меня не жалко, их пощади. Сынок, Христом Богом. Сердце-то у тебя есть. Ну что вы, мама, все ждут, а я что? На! Ты что вы? Заби! Сам-то ты заби нас, чем ждать. И их заби. Учи их. Забей! Мама! Мама! Фу.
Добрый день. Добрый. А точнее говоря, утро. Так. А пушка где? Где пушка? Ага, сейчас. А, сейчас. Во! А это кто такие? Близнецы? Двойнятки. Однобрушники. О, светает. Так что? Рано. Коров погонят и начнем. Нам о, публика нужна. Анучки, сынок. Вы, мама. Уже тепле будет. У нас нагреется. Да вы не волнуйтесь. У нас надежно. Ага. Як у пионерлагеря. Молочка кисленького. Хлопчики. Гуд. А с подбешенной коровки нема? Да. Как же я знала? Заверяю, у нас с этим строго. Только по праздникам. И на поминках. У нас порядок. Командир кадровый, военный. Косач! Косач это косач. Близко не подходи, прогонить. Но и далеко не отходи, догонить. Бобок, помнишь? Какой бобок? Ну, бобок одноухий. Ну, который на посту заснул. Так косач его даже и будить не стал. Ну, ладно. Стал, не стал. Смешно. Поспать любят бабы ваши. А ты чё стоишь? Садись. А нечего рассеживаться. Накроить посвету, после костей не соберешь. Я раз так посадил, теперь присесть я не могу. Представляешь, мать, осколок? Во, скулак. Вот смеяться будешь. Вот сюда, в это самое место. Что же с коровами? Шмальнуть бы разок, раз бы прочнулись. Божечки. Бабы, все, пошли. Куда? За что вы его забираете? А ну, милый, удыхни. Даила, выходи! Куда вы его? Я же такой тихий, добрый. Никому до ноги не заступить. Каждому день добрый скажет. Люди родные, ты кто моего сына камнем кине? Эх, швайна! Ты что робишь? Ну, руки! Пойдем, братика, проводим. Пойдем. Держи птицу, лежать тихо. Сырок. Форвард! А ну-ка, отойди. Отойди, отойди. Гляди, староста наш, Юстин, придурок. Ich verstehe nicht. Лёрочка! Сынок! День добрый.
дай. Добрый день. Иди, мальчик, иди мимо. Да ты ж со скурой дерешь. Что ж ты робишь? Я живый. Сестра. Здравствуйте. Пошел. День добрый. Привет. Ходят последние, я за вами. Стул с тобой не займать! Да заглохни там! Утрамбуйся! Ну ты! Ну ты лицом давай повернись, ну! Ну ты! А что это у тебя, лицо? Ну, это у товарища лицо! Ох, это костюм! А ну, костюм, ходи сюда. Значит, ляжь вот тут, вот. Вот так вот. Костюм пока не снимай. Так. Нет, так. Эй, корова! А ну, поплотнись, мамка пришла. Кончай переход, не тяни ты резину. Спокойно, тихо. Одна пластинка засталась на всех. Тратьте разные, сдываю. Так. О, батя наш пришел. Спокойно, тихо. Вот человек, в новом костюме пришел. Леха, ляжить. Махнем не глядя. Живого снял. Сыть. А вот и товарищ надстал. Иди. Пароль. Пароль. Новичок. Ага. Фамилия? Гайшун, третий взвод. Почему не стрелял? Я узнал вас, товарищ командир. Раз не остановился, не назвал пароля, идет. Бей. Так я ж... Не имеет значения. Наряд вне очереди. Спасибо.
Где он? Кто? Что? Пароль! Куда он ушел? Ты не видел? Пароль! Пароль, тебе говорю! Идиот! Филин, зараза. Иди спать, смена. С непосредственной близостью противника под угрозой фашистских бомб глухо ночью выполняли службу. Вышедший флаг от разгрома галдела врага. 22 июля до нынешнего дня войны сержант Римбельда залетел под борт на старт. Наша задача удерживать до последнего участки, которое командование определило для нашего отряда. Но обстановка сложная и будет меняться. Поэтому и сам не зевай. У тебя в руках винтовка, а на плечах голова. Или, как говорит наш начальник штаба, прожить и не сказать. Эх! Это не по мне. Я говорил и говорю. Партизан не спрашивает, сколько их, фашистов. Он спрашивает, где они. А они пока здесь, на нашей земле. От каждого, от тебя каждого зависит. Сколько она еще протянется? Война. Трусом никому стать не дадим. Никому. Главное их оружие – страх. Превратить тебя в раба. В насекомое. И раздавить. Заставим их самих дрожать. Будем беспощадны. Они того заслужили. С каждого из нас спросят, что ты тут делал? Кто болен? Кто не может идти? Стесняться не следует. Все равно оставляем бойцов для организации запасного лагеря. Нема больных! Нема дурных! Вот тут у меня... Что там у тебя? Боты с усим поползли. Поменяйся с новеньким. Он остается.
Отряд! Повзводно в колонну по четыре за мной, шагом! Арш! Ширша! Веселей, хлопцы! Давай, давай, слыхал? Командир сказал, давай, давай, садись. Дети, уходите на запой. Шерешек! Не отставать! Так и зовут Флёра. Флориан, имя такое. А тебе? А я Роза. Роза из колхоза. Слыхал, может? Роза, а ты як сюда попала? Везли в Германию, попала сюда. Спасли. Косач. Слухай, Роза, а чего это ты там выфронтилась, як на фест? А? Где? Там. Ну, сегодня перед строем. Не, серьезно, я не зразумел, а? А, Роза? Меня зовут Глаша. Глафира. Понял? Дурак. Ты чего? А ты чего, Флёра? Чего ты здесь околачиваешься? Пожалели мальчика. Оставили. Косач пожалел. Мяне? Пожалел, пожалел. Як бы я кого не пожалел.
Он может. Иногда. Только потом кричит во сне. Косач, кричить! Ему не жить. Я тебе говорю. Брешешь ты все. Врешь! Врешь! Почему ты молчишь? Почему ты не видишь меня? Я же есть. Существую. Вот я. Это ты не живешь. Птиц не слышишь. Глухой, слепой. Вот же я. Вот. Я любить хочу. Рожать. Слышишь? Я ради тебя все, все могу. Хочешь, я взорву себя? Не надо. Дура. Дура! Дура! У меня 60 патронов! Граната! Винтовка самозарядная! Я воевать сюда пришел! А вы меня за придурка держите! Косач, косач! Я не косач! Ты что, чмурала? Ты что? Ты чего? Да чего ж ты, Флёра? Настоящая Флёра. Я тебя обидела, мальчик. Опять? Не злись. Опять? Что это? А, это бобры рвут. Может, что я их плотину зацепил? Что это сегодня все ревут? Гляди. О, летаю уже. Висит. Хочешь, забью? Отдай! Ты что, отдай! Thank you.
Глаша. 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 Глаша, Глаша. Завтра маму зрадується. Як прийдем, сховаю усіх. Знаю місце. У мене сестрички смішні. Знайдемо отрад, косача.
Исчез. Мама! Ушли. Да ты садись, садись. Ушли. Теплый, не остыл. Ешь. Мама сварила. Ешь.
Знаю, где они. Пошли. Балда! Пошли. Я не тут. Близко. Лёха, бежим!
тащит меня в болото. Он глухой. Он ненормальный. Ненормальный. Глухой. Тащит меня в болото. Убит! Убит!
Ну як? Ну нахрена йому нос? Він же сифіліцик. І сухорукий. Припад. Я гнудий. Ага. Я вам мочалку якщо на той войне оторвала. А що ви зробили з ним, щоб поймати? А у нас був конокрад. Так мужики його голий жопою у муравейник. Ні, тим же самим місцем на сковороду, без масла, щоб прилип. Спросіть у баб, що з ним робить. Ну что, лепить? Давай, присобачивай. Хай послухай, что про его люди говорят. Мягкие у тебя волосы. Мягкие, как у дитяти. Ну, теперь уся фигура на лицо. Ну, як? Обмажь его дерьмом. А где же его взять при нашей бедности? Ну, тогда вытягни ему язык. И бородавку. Не учи дедушку кашлять. Я их уже штук 5 ставил. Ну, як, хлопцы, усе? Все, готовы. Ну, ладно, я на меня не погорланить. Пошли. Гадина! Фу, гад! Вернем. Не бойся. Придем с операции, вернем. Ну, отдай. Да что вы с его хворого робите? Крепкий от мацак. Пошли с нами, хлопец. Волка ноги кормит. Знаю, я тут один складик недалеко. Вставай. Вставай. Сыночки родненькие, не покиньте нас. Да мы что, алименщики? Как под вас тетки убегать. Мама, не дайте. Ну ладно, хлопцы, что вам принести на этот раз? Заказывайся, як у столовки. Хлеба! Напишите, будь соли! Дяденька, молочка! Того! Бульбы! Худяк, хлеба добудьте, а то выползите тебя ближе и назад. Разве ты знал, что так будет? Ты же не знал. Флёра, посмотри на меня. Скажи дяде, что мы его ждем. Нет, это я виноват. Я. Thank you.
ўжо тут. Пашлі за шэрсцю, а вернулі стрыжаныя. Так вам, абармоты, а то разявіліся, складзікі падавай. Ну, что ты таскаешь этого психа? Немцы догоняли, отобрать хотели. Не было бы его, и мы с тобой не познакомились. Сидел бы ты у своем Бобруйску, у Карасиновой лавки, а Глеб Васильевич на своем болоте у Ленинграде. А во была еще история. И как у нас у Сполску один змыло самогонку гнал. Чему ты все рад? Ага, як у того Гарбатова спитали, чому у тебе спина выгнутая, зато у мене груди вогнутые. Да, вы безнадежный оптимист, рубеж. Лечить его надо! А что нам, плакать? Плакать без нас есть кому. Она ему сказала, как бы знала, не ржала. Заряжай, заряжай. И он у меня не погорланить. Скорей, давай. Во, я уже трошки брухатая. Не щекотите меня, то ахну на всю Европу. Ну стой, гад. Не так страшный черт, как его малютки. Пошли, пошли. Вот бы поглядеть, люблю кометь. Ладно, пошли. Махры. Вижу, да, большевика. Рожа просит кирпича. Это и все. Небогато. Эй, евреи, Штеев, Вайтер Марширен. Ну что, рискнем еще раз? Как говорит наш рубеж? Слухайте меня, и беда вас не мине. Пошли. А может быть, подождем до ночи, а? Там люди с голоду дохнут, а мы стоим тут. Ну давай, давай, не задерживай. Немцам ехать надо, ты задерживаешь. Ух, ё-моё. Ну давай, давай. Куды? Oh.
Ось і я. Давно не бачились. Як же без мене? Я тільки політаю над вами, пришлю гостинчиков. А можем мотоциклетки прислать з люльками. Давно не катались. Ложись. Вот так. На небе пьют, а нам бутылки сдавать. Стой, дядя. Посля продолжишь. Это кто? Кто тут? Тихо. А ты кто? Полицейский? А вы хлопцы? Ладно. Застегнись, надуй. Это Каменка. Да что вы, хлопцы. Это Баушаука. Тут же немцы. Два дня как стали. Хлеу не заперты? Не. Сейчас выведешь нас. Разом с коровой. Понял, дядя? И не уздумай чего. Выведешь, можешь назад бежать. Все делать быстро. Весело. Сейчас. Раз надо, так надо. Люблю сознательных. Флёра, не спишь? О, и двери у тебя скрипучие. Надо бы смазать. Что это немцы? Собак не постреляли? Непорядок. А, ну вот. И ты белый, и корова. Чем вас накрыть? Я возьму у хати. А? Винтовочку? Не, это ты проделаешь с моим соседом. Вылупень, его зовут. Запомнил? Воз тут навоз. Поваляйся. Так. У тебя який чин? Звание? Что вы, хлопчики? У нас не полиция. Самооборона, хай. А, ну теперь пошли. Только быстро. А то жонка твоя заскучает. Да не верти головой, упадешь. Генук, ложись. Теперь так. Поворачивай назад. Суруп на хаос. Ясно? И не гугу. Усё между нами. Ну тогда иди. Иди. Только бегом. А то баба тебе заругает. Хромовые. А может, он шукает нас,
Хоче обмінятися на мої. Добре, мілая. Стой. Стой. Мілая. Стой. Ну, давай. Давай. Сопьемся мы с тобой. Вот эта житуха. Здесь рубеж.
Ну, пошел! Пошел! На! Эй! Эй! Что это? Что это вы любите, товарищ? Все, некогда мне с тобой рассусоливать. Топор есть? Там корова, мясо там. Коня? Как же это, хлопцы? Там дети! Люди с голоду дохнуть! А мы что, не люди? Люди воюют! А вы на печи сидите! Ну и сиди! Гляди, что они сделали. Видал? Тихо, сынку. Тихо. Какая деревня? Переходы, якая, переходы. А, у нас есть двое с такой фамилией. У нас вся улица на переходах, и ты будешь переход. Чуешь? Ага. У нас возле плотины таки вот утопился. Ты будешь замес его. Как его звали? У тебя есть мать, сестры, братья, семеро. Ты что? Ага. Ольга, Катька, Федя и малая Сонька. Запомнил? Ага. Мать твою зовут Фёкла. Переход, Фёкла. А тебя зовут Женька. Запомнил? Понял? Утекаем. Батька мой, где? Батька? Скажешь, пропал. Совсем пропал. Где пропал? Где? А, нет. Чёрт. Пойдем в мою хату. Скажешь, ты мой внук. Зовут тебя Митрофан. Зрозумел?
это родня моя, невестка, переход Аксиня. Сестра Прузина с детьми. А это мой зять, что там вот, Казик. А это сестрины дети. Лима, Рая, Зойка, Вика, Вероника и малый Борис. Мы тоже до людей. Это наши соседи. Марья с детьми. Люся, Прося, Феня и Ива. Все ясно. Снова будут хапать у Германии. Кого хапать? Тебе, что ли? Духов мав тим дахботом нах, а? Тихо. Брехен Дойч? Ich? Ja. Und du auch? Sprichst du auch Deutsch? Danke. На здоровье. Угощайтесь, панок. Los, rein mit dir. Was ist denn hier? О, партизан. Leistet Widerstand. Komm. Продукты,
есть ein Land, euer Kultur, культурная страна. Всякий, кто отъезжает в Германию, должен с собой иметь зубная щетка, порошок, футалин, мыло, полотенц на каждый член семьи. Фрукты и овощи брать с собой запрещается по избежанию заражения Европы. Stelle ich nun den Tod fest, dessen Ursache tiefe Steckschüsse durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kugeln im oberen Brustkorb sind. Und ich möchte hiermit betonen, dass alle diejenigen, die die Befehle der deutschen Wehrmacht nicht ausführen oder sonst ignorieren, mit so einem tödlichen Ende rechnen müssen. Merkt euch das auch weiterhin. Na schau, Herr Major! Zur Ordnung! Kommandführer, alle sind voll bereit. Danke, lass mich gehen. Lass uns, Mira! Так что, приглашаем, чи як? Сигнал буде! Иди, твою же мать! Добро пожаловать, сябры! Thank you.
починаємо обще собрання! Записуйтесь у прення! Без дітей? Виходи. Можна. Сюди, в окно. Діти оставить. Шнель, бите! Komm her! Komm her!
пусто. Ай, понапекли ж вас, портфельщиков. Ох, интеллигенция! Интеллигенция! Komm, wer spritzt? Ja, das muss nass sein. Das wird hageln. Zum Tod lachen. Thank you.
на развод. Бабуля, ты нам еще нарожаешь. Ну! Рожать.
Вальтер Штайн, майор СД, 15-й Айзетскоманда. Это фюрер. Он давал приказ. Ich bin ein alter Mann und dazu noch krank. Он старый и больной человек. Es wird mein Wesen zuwider, jemanden zu beleidigen. Он никогда никого не обижал. Meine Familie, beispielsweise mein Vater, wir alle haben diese Prinzipien niemals verletzt. Его семья, он, его отец, они всегда придерживались определенных принципов. Auch habe ich keine bösen Gefühle zu eurem Volk. Der Krieg allein daran ist schuld. Der verdammte Krieg. Он не питал плохих чувств к вашему народу. И вас. Ich habe keine Menschen erschossen. Он? Nicht einmal einen, ein Haar gekrümmt. Он никогда никого... не убивал. Он даже мухи не обидел. Alle, die anwesend sind, können das bestätigen. Это могут подтвердить все присутствующие, надеется он. Ich bin wirklich alt und krank. Ich sollte in den Ruhestand treten und für Kinder und Enkel Sorge tragen. Он действительно старый и больной человек. И мне пора бы на покой. Это он говорит. Ich bin mit Enkeln reichlich beschert worden. Mit solchen, wie diesen da. Он хочет заботиться о детях и внуках. У него много внуков. Таких, как вы. Jetzt aber ist Krieg. Und keiner ist daran schuld. Но теперь война. И никто не виноват. Сказал этот немец. Hund! So eine Sau! Eine typische Deutsche. Du! Scheißkerl! Это Йон. Йон сказал, без детей выходи. То без детей можно. Это фашист. Палач. У него сердца нет. Да. Это я сказал. Без детей выходи. А дети оставить. Ты besetz. Ich hab so gesagt, weil alles seinen Ursprung in Kindern hat. Я так сказал, потому что с детей начинается все. Ihr dürft nicht existieren. Вас не должно быть. Nicht jedes Volk hat das Recht auf Zukunft. Не все народы имеют право на будущее. Слушать. Всем слушать. Minderwertige Rassen sind es nämlich, den Bacillus des Kommunismus gebären. Низшие расы плодят заразу коммунизма. Ihr dürft nicht bestehen. Вас не должно быть. Und die Mission wird erfüllt. И миссия будет исполнена. Heute oder morgen. Сегодня или завтра. Heute oder morgen.
Это не я. Это он сказал. Мы не немцы. Мы не немцы. Мы не немцы. Мы не немцы. Мы больше не будем. Простите нас. Мы не будем. Мы не немцы. Не немцы мы. Немцы, не немцы! Вы что? Забыли, что они сделали? Это людоеды. Их убить мало. Мы не немцы. Не немцы. Не немцы. Не немцы. А что ж ты, сволочь? Нас заставили! Они нас заставили! Мы не немцы! Не немцы мы! Не немцы! Смерть фашистским гадам! Смерть им! Смерть! Смерть! Ну так ты сейчас вместе со своими это и проделаешь. Дай сюда! Дай! Миша! Я свой! Я наш! Балладу! Я свой! Я себе не скажу! Я свой! Я свой! Товарищ! Товарищ! Товарищ огня! Товарищ! Огня! Малый, уходим! Thank you.
Америки.